исполни молитву нашу, Господи, вем. Господи, помилуй. О предложенных честных дарах Господу помолимся. Посвятим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всяких скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Я хочу поздравить всех вас, дорогие, с наступившим календарным 2023 годом. Хочу пожелать, чтобы мир воцарился в этом году, чтобы те воины, которые сражаются сегодня за русский мир, вернулись домой живыми. Давайте почаще о них вспоминать, почаще о них молиться. И я хочу в завершении от всего сердца поблагодарить всех вас, кто в таком большом количестве в эту новогоднюю ночь не собрался у столов, а предстоял пред Богом и молился Господу о мире, о защитниках нашего Отечества, о своей семье, о своих близких. И пусть Господь, милостивый, человеколюбивый, услышит сегодня молитву каждого из вас и исполнит в наступившем 2023 году. С праздником всех вас, дорогие! И храни всех вас Христос. Мир вам и Божье благословение.